не бой, Саня. На, давай чемпион, делай там всех. Покажи нам, батя. Подсказывай, ребят. Сейчас будет. Или меня сейчас. Да, держи. Смотри, у Хики не бить. У него есть, есть. Не бить. С голову Бая не бить. У тебя с борьбой. Алло. Нормально. Алло. Застегни ему шлем. Где, где твой? Где его? Вертушки нормально крутишь? Более-менее. Короче, выходишь сначала, определяешь, кто он. Если в ноги сними, значит борец. Если херачишь, короче, значит удар. Если, короче, борец, то можно крутить. Короче. Колян, было нормально, но тебе баран. Слышь, запомни одно. Если хороший борец, на него никогда не бьёшь, понял? Бьёшь, когда он наступает и встречаешь. Понял? Ну, сразу пошли. Не назвали еще, подожди. Папа, я сразу понял. Что? Не, я сниму, я просто. Давай, Русик. Папа, я сразу понял. Давай. И больше двигайся. Потом Руслан полетел. Ладно, нормально сейчас. Давай, Кашо. Давай. Во-во-во! Понял. Держать, держать! Папа, держать! Коври остайся! Коври остайся! Полевой дом уже! Полевой дом! Давай! Давай, Руслан! Дальше. Хорош! Вот. Руслан! Готовится. Вся категория 50 килограмм. Качаем сороки. Да, против жестика. Руслан, он самый. Давай!
Молодец, Руська. Это парень из Зверополка. Давай, давай, давай. Хорош! Возьми Во-во-во-во-во! Тяни! Хорош, Руслан! Два подряд на руку. Хорош, да, Лина? Руслан прям отличный. Сколько у меня времени будет, Люси? Я не знаю. Два. Руслан, два болевых. Хорош. Жестик оказался не жестиком, да?